Привет, друзья! Ехал с работы, решил заскочить на один жабовничек тут. Это старое русло Десны. Летом практически пересыхает, зарастает. Ну а осенью и весной это и есть такая тут водичка. И здесь всегда есть щучка. Всегда здесь удается ее выхватить одну, там, две. Она здесь присутствует. Сейчас попробуем. Есть у нас где-то час времени. Попробуем ее выдурить. Глубина по этому водоему, та сторона вся мель. И обычно там всегда происходят поклевки. Ну, вот. Где-то начиная от середины, начинается небольшой свальчик. И посередине глубина где-то 1,82 м. Вот в этих пределах. Ну, а я же еще раз повторяю, обычно поклевки происходят на мелике с той стороны. Сюда обычно щука заходит на нерест. Ну, не скажу, что ее много, но она здесь присутствует в любом случае. Вопрос в том, как ее выдурить. Как ее обмануть и заставить клюнуть. Сейчас я поставил 2-граммовый чебурашка, офсетный крючочек и небольшой твистерок от Гарри Ямамото зеленого цвета. В принципе, он всегда у меня по щуке неплохо работает. Но будем экспериментировать, будем пробовать, не знаю, удастся нам за час что-то выдурить здесь или нет. Погода прекрасная. Что еще надо? Поводок у меня стоит, струна. Струна 0,18, сделанная из стальки. Длина где-то 10 сантиметров. Но обычно на ультралайт я больше и не ставлю. Так как здесь в основном щучка, то флюорокарбон я тут не вижу, потому что тонкий флюр она перегрызает, а толстый на ультралайт ставить не хочется. А струна то, что надо. Правда, тут сзади меня тучу такую натягивает, наверное, не знаю, будет дождь, нет, но тучка есть. О, какая-то вон рыбка играет. Видно, берег какая-то. Вот личка или что-то. Типа того. Ларва от фанатика и 2 грамма. Вот. Вот это вот. Сейчас должно. Ну не может быть. Не должен я в нулях уйти. Не должен. Давай, родная. Пассивная приманка работает, в принципе, отлично. Что по окуню, что по щуке, что по судаку. Хоть она и пассивная, работает прекрасно. Любит ее рыба. Имитация личинки стрекозы. Ох, придавило что-то. Придавило, но непонятно, но не укусило. Даже другое место. Есть. Сами все-таки я от нуля ушел. Я ушел. Вот она. Абракадабра такая.
Иди сюда, малая. Крупная ты, конечно. Ух, крупная. Ой. Иди, ладно тебе. Вот такая крокозяба. Самое что интересное, такая мелкая, но уже с икрой. Взяла четко. Сейчас, малая. Ты нам не нужна. Да елки-палки. Да нет, не брыкайся, я тебя отпускаю. Беги. Вот. Спасибо тебе. Вот так вот. Вот так, друзья. Упорство. Единственное, конечно, чем плохие эти поводки. Струну, которую я говорил, она вот щука попала, щучка, и чуть-чуть я его, конечно, погнул. Теперь, по идее, надо его перевязывать, но перевязывать мне неохота, поэтому выровняем, насколько это возможно, и будем дальше ловить. Хотя уже, конечно, чувствительность будет немножко не та, но ничего. Так, взяла она три ямки. Давай тогда будем кидать по канавке. Поклевочка была четкая. Надеюсь, камера записала. Так, сзади на меня туча накатывает. Ну, что-то ее крутило-крутило и, по-моему, сейчас докрутило. Ну, ладно, ловим пока. Второе место перейду. Парни, вот я ее учу ловить щуку. Типа с рема поймал щучку. Небольшую. Вот такая вот. Вот такой малыш. Вот он, иди сюда. Иди, покажись. Вот, покажись. Самое интересное, что он еще и икриной. Он еще и икриной. Так, отдай. Отдай. Вот такой вот малыш. Которого мы, конечно же, отпустим. Беги. Убежал. Это была вторая поклевка.
Ну, конечно, совсем маленькая. Здесь иногда попадаются неплохие экземплярчики, как для этих мест, такие где-то, даже полторушка может влететь. Это ларва от фанатика. Опа, еще одна, ребят. Вторая подряд. Вторая подряд. Вот же ларва работает. Это уже покрупнее, по-моему. Это покрупнее. Не, такая же. Чуть-чуть побольше. Не, такая, точно такая же. Так, подруга, это может быть ты? Та же самая, нет? Ой, иди сюда, щупак. Иди сюда. О. Нет, это такая же самая. Точно. Что, вышли на охоту? Давайте. О. Второй заброс. Вторая поклевка. Берет смеляка, в канаве ничего нету. Смеляк у нас находится. Неудачный заброс. Хотя тут оно, это озеро находится в селе. Здесь я видел, и сетки ставят. Но это не озеро, это как вроде бы старица Десны. Она абсолютно небольшая и мелководная. Единственное, вот здесь вот возле меня глубина где-то, может быть, метра полтора, может, чуть больше. Так, ну что, друзья, будем завязывать с этим делом. Как видите, ловили сегодня, пытались ловить щучку. В принципе, мы ее и поймали. Поймали три штуки. Пробовали разные приманки, но сработала одна ларва. По всем трем щукам. Плюс еще была одна поклевочка. Вот. Щука вся стандартная, совсем мелкая, но вся пузатая, не знаю. То ли она забита живцом, то ли она икриная. Но что-то слишком мелковатая, как для икриной. Мелковатая. Ну хотя, все может быть. Акселерация. Так что можно ходить сейчас по таким жабовникам, по озерам, даже в черте города, везде эта щука присутствует. Главное подобрать к ней приманку, проводку. Ну, я думаю, что будет удача. Все, друзья, всем пока. Ни хвоста, ни чешуи, и до новых встреч.